Александр Манпуратов одержал победу над Алексеем Попутниковым. Поздравляем с победой на турнире ESA-123. С самого начала усиленная работа руками, прямые удары, хорошие Алексея, дальше ваша работа ногами. Как все происходило именно внутри, в клетке, что вы чувствовали? Да, в принципе, все как обычно. Даже не знаю, что сказать. Все шло как бы по плану. Единственное, вначале пропустил удар, какой-то сумбур начался. Но, слава богу, восстановился. Переломил исход боя, и, слава богу, победа за мной оказалась. В первом же раунде уже на четвертой минуте, кажется, такая вязкая немножко работа пошла. Вот. Планировали в борьбе тоже себя проявить, себя показать? Как бы да, была небольшая заготовка такая, что в конце каждого раунда пробовать тейкдаун забирать, чтобы акцентировать раунд за собой. Уже в начале второго моментами удары были впустую, откровенно говоря. Вот именно в этот момент злость появлялась. Что в голове было? Нет, никакой злости не было. Самое главное, что во втором раунде я уже, в принципе, ничего не пропустил. Если я в первом там пропустил удар, то во втором раунде я все видел. Я видел, что я по скорости немножко быстрее. Алексей заряжался в каждый удар, и я действительно это видел, когда он хотел ударить. Как бы шло, в принципе, все по плану. Единственное, тоже я немножко подзатек. Установка тренера была прямые удары бить именно. А у меня тоже заплывать начало на боковых. И получалось, что мы били просто в молоко, как говорится, по блокам, мимо. Если прямые были бы, то, я думаю, больше попаданий было бы. Почему бы такое месилово? Не могу по-другому сказать, по-вашему. Ну, потому что мы два ударника. Как бы бонус сейчас 50 тысяч. Все хотят показать зрелище, и поэтому мы будем стараться забирать именно бонусы. Это большая мотивация для нас. Взгляд со стороны, второй раунд, с вашей стороны он был, возможно, немножко пассивным. Вот. Вы отдыхали, готовились на третий? Если честно, я даже не заметил. Мне кажется, второй раунд именно явно за мной был, что я его перевел дважды. Попал ему лежа. Мне показалось именно второй раунд, что акцентированно я забрал его. Как говорят эксперты. Может быть, то, что во втором раунде я больше смещался, как бы, чтобы он по воздуху кидал удары. Но это, опять же, это тактика, чтобы он вымахался. Потому что Алексей, я вижу, он в каждый удар заряжается, а каждый выкинутый удар по воздуху это намного сил больше забирает, нежели у меня в блок попадет. То есть у нас свои есть тут, как говорится, фишки. Головоломки. Третий раунд, три тейкдауна. Готовили именно на этот раунд именно такое количество или как-то происходило все? Нет, я говорю, как бы была заготовка, что именно в конце каждого раунда пробовать тейкдаун делать. Но здесь я понимаю, что у нас идет равный бой, и судьи могут в любую сторону отдать, и поэтому надо было делать тейкдаун именно акцент, чтобы раунд за мной был. Вы вчера буквально во время взвешивания давали интервью при службе ESA, и разговор пошел какой-то такой, если не ошибаюсь, что-то в социальных сетях. Немножко детально об этом расскажите, вы только что выдавали как раз. Да, вчера Алексей у меня брал интервью перед боем, и он там спрашивал, типа, справедливо ли Кишеву дали бой за пояс, он 10 номер, типа. Я говорю, слушайте, ну, как бы он три боя последних провел с топами, и они были зрелищные, эти бои. То есть он там с Тагибом, говорю, выживал, там сначала потом перевел с вам руку, как бы, я говорю, как бы, в принципе, он достоин, как бы, биться за пояс. Ну, Алексей мне задал, а как ты бы с ним бы, у вас бы тоже, наверное, хороший бой был бы, типа, он же и бьет, и борет. Я говорю, ну, если бы он начал бы в стойке мне проигрывать, он бы начал одеялить, и из-за этого бой мог, как говорится, некрасивый получиться. И тут хейтеры пошли. Да, и тут просто ESA выкинула 15-секундный ролик, и там именно эти слова, что он будет одеялить, и все, мне хейтеры, да куда тебе до Кишева, какой тебе, у него такой стиль там, и начали меня поливать, короче. Ну, как всегда, не посмотрится интервью, а именно отрезок, и все, и начали меня хейтить там. А все же, хотели бы этот поединок? Да на самом деле и Кишеву я не интересен, я даже не в десятке, смысл ему со мной биться. Если спортивный интерес, да, конечно, как бы, блин, проявить себя, но вам еще далеко. Как спортивный интерес, да, безусловно, как бы. Я говорю, мне с кем лига поставит, я как бы с теми и буду биться. Ну, как бы я хочу предпочтение именно показывать зрелище, чтобы это зрителям нравилось, да, чтобы не было просто. Это может быть и стиль борцов, да, как бы, ну, это ихнее с детства завалить, проконтролировать. Но для зрителя это немножко неинтересно. Я хочу именно, чтобы кровь была, бойня, пот летел. И бонусы, главное. И в завершении чемпионские амбиции. Они есть вообще? Да как вам сказать, конечно, каждый солдат мечтает стать генералом, да, конечно, они как бы есть, но сейчас мне 32 года, двое детей, как бы, самое главное это выигрывать, и я еще раз говорю, бонус прежде всего. Ну, чем будем выше подниматься, конечно, титул это новые гонорары, новые возможности, конечно, все мы стремимся к этому. Спасибо, Александр, успехов на вашем пути. Спасибо, до свидания.